Итак, друзья мои, всем доброе-доброе утро. Сегодня 25 ноября, пятница, время 6 утра. И мы вот выходим из дома с моей Кирой, из подъезда, вот 6 утра на часах в подъезде. И, в общем-то, сегодня нас ждет путешествие, которое я планирую немножечко поснимать, осветить. Это если получится. Вот часы там 6 утра показывают. И я очень надеюсь, что получится поснимать, вам показать. Но посмотрим. Сейчас у нас будет очень долгая дорога. Нам ехать около 3 часов. Мы едем в подмосковный город Клин. Ну, а дальше вы все уже увидите. Я надеюсь, получится снять. Если не получится снять, то вам уже буду завтра рассказывать. Сегодня, потому что я думаю, когда я вернусь, уже будет мне не до этого. Поэтому надолго не прощаюсь, да, для вас это секунда, для меня это полдня. По возможности, я еще с утра не могу разговаривать, буду с вами на связи. Нет, Сан Саныч что-то отвлекся пока что, надо еще раз снять. Мы вас приветствуем! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Так, обозначение людей. Так, теперь с вашей точки смотрим на... Тань, там другую дверь-то откройте, коробку там тоже. Саныч, обходим вокруг машины, кладем обратно. Для следующего. Объема увеличивается. Или коробка там. Да, то есть. Это вот начальная фаза, она очень важна просто. Ну да, давай. Сейчас, чтобы у нас общие, средние и опять. Как прям кино снимает. Это для роликов, говорят, им нужно. То есть получается, это не для новостей, а для именно наших новостей. Да? Да. Да. Только что ушли, это уже опять тут. Ну что, за 10 километров поставить? Молодое поколение тоже участвует. В очередь встает. Да. А сейчас по самообратному ракурсу лучше получается. Грузим мы опять выгружаем. Да. Не, здесь люди серьезные, как говорится, не надо слишком с вами играться долго. Да, женщина, да. Там смотрит. Да, можно его лекарства какие-то. У Саныча есть, я знаю. Саныч есть, Саныч. Давай. Там есть? Александр. А мы не смотрим. В растяжке. А если где? На дыбом? Серёж. А? Это достаточно в Москве. Ага.
Ну ты, блин, поменьше машину привозил. Не, это вроде ничего, там вот пацаны, мы же отправляли ребятам уже, вот, они, знаешь, какие-то другие были у них, им выдали губернаторские, они говорят, они сыпятся. Да, не слышишь? Санитарная помощь, которая приходит непосредственно в Союз, доставляется ребятам лично в руки. Большое спасибо всем неравнодушным, которые приносят и помогают нашим ребятам. Победа будет за нами. Итак, дорогие мои друзья, все мы отдали. Получили вот такое благодарственное письмо. Это не только письмо для меня, но это и для вас всех. Для всех, кто участвовал в сборе для наших ребят. Всем хочу еще раз сказать огромное-огромное спасибо. Вместе мы сила, и вместе мы сможем многое сделать. Ну и на этом все. Мы поехали обратно. Всем спасибо.